Компания Globus платит нам деньги за то, что мы когда-то делали даром. А сегодня у нас для вас замечательная новость. Компания разработала бонусную систему мотивации для членов вашей команды. Вы можете с ней ознакомиться в меню «Новости кратко». Для того, чтобы ознакомиться более детально, вам необходимо перейти в меню «Правила», опуститься чуть ниже и изучить приложение номер 2 «Правила бонусной системы». Теперь вы можете мотивировать свою команду с помощью денежных средств и делать это полностью безопасно. То есть вы можете отправить некоторую сумму средств члену своей команды при одном условии, что он должен заработать столько же или больше лично, либо же с помощью своей команды. То есть его суммарный доход должен равняться не менее той суммы, которую вы ему переведете. Если он это сделает, он получит точно такую же сумму на свой основной баланс. Правила приблизительно одни и те же, как и на аукционе, и для новых регистраций. Член вашей команды получит бонусные средства на свой бонусный счет, и при выполнении определенных условий он сможет эти деньги перевести на свой основной счет. А сегодня мы с вами это сделаем на практике. Для начала вам необходимо перейти в меню «Команда». Тут вам необходимо выбрать пользователя, которого вы собираетесь промотивировать денежными средствами. Например, вот этого. Копируем его e-mail. Для того, чтобы отправить пользователю бонусные средства, вам необходимо перейти в меню «Финансы», «Баланс». Опускаемся чуть ниже и в меню «Перевести средства» выбираем «Бонусный перевод». Тут вам необходимо указать e-mail данного пользователя, сумму бонусных средств, которую вы переведете этому пользователю, и временной лимит. Это количество дней, которое выделяется пользователю на суммарный доход, для того, чтобы пользователь смог обналичить свои бонусные средства. В данном случае мы собираемся перевести вот этому пользователю $3 на его бонусный счет. И если в течение 30 дней этот пользователь сможет заработать $3 или же больше лично, либо со своей командой, ваш партнер сможет перевести эти бонусные средства на свой основной счет. Это и есть система мотивации. Но, как мы уже и сказали, она полностью безопасна. Например, в случае, если вы переведете средства пользователю, а он покинет проект, не успев заработать ту сумму, которую вы ему переведете, то по окончанию временного лимита вы сможете вернуть эти средства на свой счет. Также, если вы напишете примечание при переводе бонусных средств, пользователь получит от вас некое сообщение. Например, можете указать такое примечание. Ты большой молодец, у тебя есть в команде несколько активных участников. Продолжай в том же духе, смотри рекламный контент и зови друзей. Когда ты заработаешь $3 в сумме, ты сможешь перевести этот бонус на свой основной счет и вывести в 2 раза больше денег. Такие сообщения мотивируют пользователей к работе, а соответственно вы будете зарабатывать больше. И после того, как он получит свои бонусы, он продолжит работу и тем самым будет продолжать приносить вам по-настоящему пассивный доход. Поэтому, друзья, пользуйтесь данной системой мотивации и зарабатывайте больше. И в этом же меню вы сможете видеть абсолютно все бонусы, которые вы уже переводили членам своей команды. А в случае невыполнения этих условий, тут же вы можете их вернуть на свой счет. Друзья, также важно понимать, что эта бонусная система мотивирует ваших пользователей на перспективу, а не уже за проделанную работу. Обязательно используйте этот инструмент, и тогда ваша команда станет более активной. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Друзья, компания Globus – это пассивный доход. Думайте о будущем уже сегодня. Ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. И не забудьте включить колокольчик.